новогоднюю ночь, под шум ночных суматох, мы попадаем с вами в один прекрасный домик в лесу, в котором, кстати, сидят и празднуют Новый год команда Ями. Канун Нового года они собрались вместе спустя целый год и решили отпраздновать воссоединение. Но как бывает, в новогоднюю пору не всегда все идет по четкому плану, и многие сталкиваются с некими трудностями. Вот и у наших главных героев случился небольшой конфуз в новогоднюю зимнюю ночь. И пока наши главные герои отдыхали и радовались жизни, они даже не задумывались о том, что сейчас происходит на улице. И то, что у них уже украли все их новогодние подарки. И чтобы их вернуть, они нашли портал, который ведет в новое новогоднее измерение в мире Майнкрафта. И прыгнули в него все вместе, чтобы пройти сложнейшие квесты от подписчика. Ну чё, пацаны, с этой штуковиной делать-то будем? Да фиг его знает. Надо туда. Давай это, Мике, попробуй первый, чё? Да, Мике, по приколу, давай, погнал. Давай, вперед. Вы думаете, мне слабо? Думаете, давай, я не залезу? Да, давай, ты давай. Девочка, куда ты лезешь? Туда. Чекайся. Пиво оставь. Чисто пиво осталось. А, стоп. А чё это значит? А куда он сейчас? Значит, мир-то работает. Мак, ну-ка за ним быстрее тогда иди. Я за ним тогда. Сейчас. Давай, иди спасать его. Три. Полетел. Ну ладно, не поминай меня лихом. Эй, убру, с вами я, Мигу, и я рад приветствовать вас в новогоднем 100-дневном выживании под названием «Новогоднее испытание». Мне и моей команде предстоит выполнить ряд заданий, как и легких, так и очень атмосферных. И, конечно же, очень сложных для нашего выживания. Нам предстоит выжить в мире, где кругом идет снег, где за нами уже выехали и охотятся злые и страшные монстры, различные снеговики-убийцы и просто опасные мобы. Сможем ли мы выжить нашей дружной и большой командой, увидите в ролике, если досмотрите его, конечно же, до конца. И ах да, с нами будут выживать и несколько подписчиков, так что будет гораздо веселее и интереснее. И я думаю, мы сможем вернуть наши новогодние украденные подарки и все-таки отпраздновать Новый год целой нашей дружной командой в теплой и уютной атмосфере Майнкрафта. Ну что же, я не буду долго затягивать, погнали уже начинать наше 100-дневное выживание в новогоднем мире Майнкрафта. Let's go! Небольшой дисклеймер. Ролик сделан сугубо ради развлечения и подъема новогоднего настроения, не судите его строго. Мы просто с моей командой и с моими подписчиками развлекались в мире, попутно выполняя квесты сюжета сборки, так что смотрите, чем это все закончится. Приветствую вас, друзья, на нашем новогоднем 100-дневном выживании. Вот эти вот три человека, это члены моей команды, и вот два новых участника, это два моих подписчика. И сейчас по очереди подходите ко мне, первый начнем с Ричи. Всем привет. Следующий это Микей. Здоровщенько. Все тоже на место. Мах, 12. Народ. На лысый. Ай, дурак. И два новых члена команды. Это единственная девушка в нашей All The Gym команде. Да, Гофи, подойди. И вот это. Ну и пятый кошка. Мир. И кошка тоже. Ну, тоже девушка. Всем привет. Ну что, друзья, вы в принципе все знаете, что делать. Вы знаете уже все свои роли. Ну что же, мужики и дамы, давайте разбегаемся и по своим местам. Погнали, все. А я постою здесь, отдохну. Итак, первым делом это, конечно же, идет освоение мира вокруг нас. Конечно же, добыча дерева, булыжника, ну и изготовление первых инструментов.
И нам, кстати, очень топово повезло с генерацией мира, ведь мы нашли просто шикарный зимний биом для нашего дальнейшего домика. Ну вы чё, давайте вот здесь вот обустроимся, прям где-нибудь, где более-менее почище, вот здесь вот. Тут заросли. Вот, вот здесь вот имба. Давайте вот здесь вот, в принципе, если вот это застроить, то... Ну да, вот это застроить с землёй. Они вроде большие слишком. А, можешь? Ты овцу украл. Так, блин, еда, кстати, в натуре нужна. Курицу, курицу, надо тырить. Надо тырить их. Вон там. Где? Ну, неплохо, кстати, неплохо. Мне нравится такое. Такое мне нравится. Во, кстати, ё-моё, имба место. Ребята, так как сборка у нас крашилась очень много раз, мы уже провели наш первый день и наступила кромешная тьма. Мы решили скрыться от нее в шахте, попутно распределив задачи. Кто-то отвечает за еду, а все остальные копают шахты, потому что мы шахтеры-добытчики. И добывают различные полезные ископаемые. Для вас сейчас где-то будет пару минут, что мы делали в шахте, что добыли. А для нас это было несколько часов мучений. Нам надо, можно бройку, нам надо всем вместе ниже спускаться. Оп, похавал. Оп, похавал. Нет, я нашел. О, так это смотри, мы здесь фармилку опыта сможем. Слизневые семена, что не берешь? Я не знаю, что это такое. Обратка. Нифига. Опа, два железа. Ой, не успел. Ой-ой-ой. Железо. Блин, у меня три сердечка. Тебя похавать надо? Да. Держи душу. Очень вкусно. Пещерники, пещерники, мы гордые пещерники, пещеры изучаем. Друзья, к сожалению, дальнейший 4-часовой ролик в шахте у меня не записался, к сожалению. Но зато сохранилась запись у Ричи, так что вот он мне ее скинул, и я вам сейчас накидаю парочку моментов, что мы там нашли. Опа, кстати, ё-моё, рядом алмазы есть. Опа, первый алмазик. Опа, на алмазы первые дошли. Железная кирка, я до сих пор с каменной бегаю. Крафти. А там есть на железо еще? А, ну тут всего два алмаза. Там есть. О, алмаз. Шо? Так. Я не нашел ни одного алмаза. Я нашел 4. Алмаза. Да, в принципе, можно пойти еще вон в какую-нибудь ту сторону, там поискать, они, скорее всего, будут. Мы, не, там не из дерева, мы нашли этот портал в край. Есть. Ой, он прям здесь. Еще кончено. Сейчас быстренько даже пройдем Майнкрафт, видимо. Витек, давай разливаем воду и так путь простроим. Подожди, мы одного потеряли, мы одного потеряли. Я тут был, кстати, это не видел. Стойте, зомби, зомби, зомби сзади. Ну, на, нас Дима. Что такое корон был? Ох ты ж! Куда вы там? Больно! 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 Что за мисс? Это что за бобы? А, Вардена нашел? Да, 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 да. Опять Вардена? Да. Мы уже убили одного. Мы уже убивали. Тот был не Варден. Ё-моё, а мы прям этот нашли. А, я тут бывал. Кстати, нам скалки нужно забрать. Они прям нормально понадобятся. А ты гоу его загасим, у меня вроде нунчаки есть. Ой, этот. На, точно в цель. Стой. Дурак! Да дебил! Там лава. Да нормально. Идиот. Я запись включил, алмазы нашли. Чуть не упал. Она. Упал. Воду разлей снизу, воду разлей. Упал. Воду разлей. Да падай. Тараканы! Ладно, кто я пошутил!
Воду дай, воду дай, воду дай, воду дай, воду дай. Киперкот. Воду дай, воду дай, воду дай, разлей воду. У меня не было. Дайте еды, дайте еды, дайте еды, дайте еды. Пол хп, блин. Да тебе лишь бы что-то дать, ё-моё, жадина. У меня пол хп, мудак, из-за тебя. Ребята, извините за траблы. Извините, не-не-не, извините за траблы. Мы уже тут добыли кучу ресурсов. Мы тут сходили. И у меня момент с шахтой не записывался. Но я вставлю, у Ричи есть запись, так что не переживайте. Как мы ходили в шахту, она будет. Что за туса? Алло. Тихо, тихо, тихо. Это кто? Так, у кого давайте все алмазы? Да, нам надо выбираться. Где у Витя Мики? И алмазов этот? Нету. Они там, там же. До стоит. Сих пор? В записи прикол не было, как мы в шахте ходили. Да ё-моё. Да не, нормально, перезаписывать не будем. У Ричи есть что есть, я вставлю. Так что, друзья, извините, сразу же. Это на монтаже, конечно. А ты что делаешь? А, ты уже тинкер начал. Наконец, мы выбрались из шахты. В ней мы пробыли примерно около 28 дней. Кучу времени потратили, но зато потратили с пользой. Все, что нам было нужно, мы уже добыли. Теперь осталась важная часть сюжета. Это место для нашего новогоднего домика. И нужно, конечно же, уже приступать его строить. Этим мы сейчас, кстати, и займемся. Енот, енот, енот. Возьми вот это вот, я за тебя скинул. Я блок снега выброшу. Оп. Подожди, стой, я тебе вот это вот дай скину. Возьми, возьми. Да, я взял. У тебя есть эта штука. Да, да, да. Let's go, вот здесь вот, вон, вон, вот это место, имба. Вот тут вот, смотрите, во. Ставьте сундуки, у кого сундуки? А, у меня есть сундуки-то, ёма. А куда мой убежал? А, вот он. Давай засовываю его. Быстро сейчас строители, сейчас начинаем уже строиться. Кожа есть? А кто там, Микки и Ричи? Кстати, вот деревья не советую ломать. Они здесь прям офигенно смотрятся. А, ну вот только вот по территории вот если. Тут еще вид на гору можно сделать, вот здесь вот офигенно будет. От чего я умираю? Меня блидинг фиганул. О, у енотов глаза светятся. Смотрите, у вас светится? Ой, зелька. У вас светится? У нас енот херабрин. Так, еда есть, все есть. И в принципе начнем с этого момента постройку дома. И как раз таки, как раз таки. Смотрите, Микей, Ричи и кошка остаются здесь, делают дом. Мах и Догофи, пойдемте со мной. В общем, объясняю всю суть. Мы сейчас поделились на группы. Три строителя остаются на создании дома. Это были Микей, Ричи и Киберкот. А также мы втроем, Мах-12, Догофи и, конечно же, я. И наша задача была найти различные полезные ресурсы, полезный лут, залутать различные данжи и победить различных боссов. И самая задача у нас всех в общем была, это собрать все 12 новых глаз Эндера для того, чтобы найти и открыть новый, улучшенный, проработанный портал Вент. Он намного усложнен, чтобы его открыть, нам нужно найти 12 различных глаз Эндера, которые разбросаны в различных данжах, сундуках в обычном мире. Это мы решили еще по приколу пройти Майнкрафт, хоть это и не входило в наши квесты, но нам так захотелось. Нам главное хорошо провести время, но это все, что нам нужно было, мы как-то сами собой выполняли. В общем, смотрите, что мы за это время нашли и сделали. Нам нужно забраться туда на самый верх. Наконец-то мы сюда забрались, добывайте эту слизь. Слизь нам понадобится, а неважно, всю добывайте. И нам росток этого дерева нужно будет. А я не умру? Так там не разобьем, скорее всего, там вода нужна. У меня воды сейчас нету. Воды сейчас нету. Ура! Победа! Забирай, забирай все отсюда. Я не могу! А зачем? Вниз, 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 мужики, вниз! Вниз по воде, вниз по воде! О! Учись, сынок. А ты где? А что вода не разливается? Ой, не забирается. А все, ты ее здесь не заберешь. Источник. Это не источник, да.
Вот это было жестко. Ладно, let's go, пока на базу. Нам достаточно хардкора. Я туда больше не хочу. Я тоже туда, все, достаточно. Мне кажется, за нами прилетят. Не, ну тут, друзья, я этого не мог не вставить. Взрыв. Неуязвимость ко взрывам. О, любая еда, порох. Все, я теперь к взрывам. Ой. Я взорвал ничего. Дима, 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 хочешь прикол? Иди сюда, иди сюда. Короче, я от взрывов защищен, а ты нет. Копай, копай, прям под... Кошка! А, ну ладно, тебя... Да, хотя... Стреляй, щищи! Все, ему похавать надо, у меня порох закончился. У тебя пороха нет? У меня порох есть. На тебе порох. Давай, давай. Мне не повезло, когда ты меня взорвал. Ой, возьмите. Куски говна сраного, не надо. Давай, 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 быстрей! Где Ричи? Что делаете? Да, держи его, догоби, бля. Ой, тону! Тону! Пацаны! Вот такой вот смешной момент был. Ну, в общем, сейчас расскажу, что мы делали. Мы еще ходили в несколько вылазок. Вот, допустим, первая из этих вылазок была. Это поход на босса. Оказывается, на горе рядом с нами жил очень просто жесткий босс. И мы его, кстати, смогли победить. Тут вот, в принципе, есть. Добывайте, пока есть. Ой-ой-ой. У вас тоже появилось? Да. Смотрите. А это кто? Ледочел. Ледочелев. Это ледочел. Реально бот. Тихо, подожди, ща я добуду это еле. А чё, гоу? Попробуем его гасануть. А у кого какие? Стойте, стойте, стойте. А, есть идея, есть план. Сейчас он встанет, и я его бабахну. Так, давай. Let's go, let's go, let's go. Стой, подальше держитесь от меня. Сейчас главное, байтите его на себя. Сейчас вот так сделаем. Вот так вот. Эй, ледочел. Ой, блин. Тихо, 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 давай, тихо. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, не-не-не, рано, рано. А вот сейчас не рано. Ой-ой-ой. О! Выжил, я выжил, я выжил. Стойте, забирайте все эти могилы нафиг. У меня порох с собой нету. Я порох выложил. Ой-ой-ой, заморозил. Агри, агри, агри. Агри на себя. Витя, есть порох! Витя, есть порох! Нет! Я куда? Забыл, я забыл его! Ты же прав вроде как. Я забыл, я не знаю, у меня он пропал, когда сервак кдшнулся. А, ну ладно, так, убили, вручную, вручную его пытайтесь. Ща, ща, ща. Давай, давай! Последняя тычка! Найс! Он умирает! Найс! Рип! О! Я что-то подобрал. Ой, кстати, я его добил. Ты его добил? Жёстко пробуждение, да, у меня написано жёстко пробуждение. Тихо, 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 тихо. Зомби. Вот это жестко. Короче, друзья, мы одолели первого босса из этой сборки. Стой, у меня есть кристалл льда. Короче, сейчас будем не, использовать не на других. Зажми ее, зажми ее, зажми. О! О, в натуре заморозился. После чего мы очень долго бегали и нашли просто офигительную новую деревню из нового мода. И там, друзья, эта деревня оказалась просто огромная. Мы унесли оттуда столько декора, столько различного лута. И даже, друзья, нашли наши первые глаза в Эндер мир. Погоди, погоди. Смотри, что нашел. Что нашли? О, ну-ка. Это... О, это глаз, этот. А, один из 12 ледяных глазов, о, чтобы житель, попасть. Житель, житель. Житель? Кровать. Не спрят просто. Кровать наша. Нет. Ну, они тут все вообще, их тут так много. Ну и какие-то странные, кстати, по окраске. А, реально они много. Солевые все. А чё их как много здесь? Кровати забираем, нашим принесем. Нашим принесем кровати. Нормально, нормально, да. Сколько нас? 6 человек? Забирайте кровати.
У меня две есть. Какие-то лексинс, это я не знаю, что это. Думал, о, еще сундук! Что? Потерянный глаз. Я потерянный глаз еще один нашел. О, кровавый. Хорош. Ну, в принципе, деревня была огромная, лута было полно. Мы унесли оттуда кучу различной еды и также инструментов, блоков, всего. И даже нашли два глазика. И, кстати, друзья, пока мы там лутались, наши строители уже продолжали делать наш замечательный домик. Нифига себе, вы тут уже какой, построили. Ё-моё. А, вот это хором. Это. Нужны манускрипты. Нужны манускрипты, чтобы её разбирать. О, смотри, ещё бестиарий есть. Туда нужен как бы манускрипты, чтобы развивать. Там можно, там будет написано, как приручить грифона, как приручить то-то, то-то и т.д. и т.п. Смотрите прикол, что мы тут добыли. Сейчас мы можем поспать и скипнуть ночь. Ой, я же глазики добыл. Я тут гонялся по пещерам. Какие глазики? Я сундук скину. Ну-ка. Какой? О, у нас Стрелый. Еще два глаза. Кстати, это разные. Стоп, у меня два глаза есть. У меня есть. Тоже какой-то глаз есть. А у тебя откуда? Какой-то белый. О. Ну-ка, знаю. скинь. А, кушница. Я в сундук положил. Что это такое? Улучшение с лучшим снижением. Это нужно сюда идти. Стоп, этим. Раз, два, три, четыре, пять. У нас пять глаз Воду, есть. Добывается. Волшебный глаз. И вот этот какой-то глаз. Капец вот тут. Работай, чернокожий. Солнце еще высоко. Давайте, давайте, ложитесь, кто последний. Да, боже, этот... у меня уши Рич. Уже болят. Ну ложитесь, кто последний там. О. Мы встанем, нет? В следующем дне. Но он еще да слей лять ты уже все. Можно поспать нормально. Оп! Следующий день. Я могу все взорвать. Витек, короче, тебе и Догофе отдельная задача. Вам нужно найти оставшиеся глазики. Зафоткайте их здесь, какие уже есть. И ищите, короче, глазики, попытайтесь, может, найдете что прикольное. А мы пока что будем делать. Я запомню. Но мы в одном, в любом случае просто глаза берем. Типа. Да. Мы пока здесь будем строить. В общем, следующий полный день прошел это за постройкой нашего домика. Так, пока я отходил, вы хотя бы что-то сделали. Смоки дал. Мы взяли кабанчиков. Вот кабанчики. Кабанчик сдох один. Не, ну это все, это смерть. Чисто АФК стоял пока что, тут уже домик в процессе. Ладно, дай-ка мне, сколько? Вот это тебе? Пять порох. Вот это? Не-не-не, пять порох. Не-не-не, мне другой надо, мне пять порох надо. На. Вы ели, да были? Дугофе, дай. Всё. Ну чё, как вам спальня, кстати, смотрите, я там сделал. Имба. Гоу, кстати, поспим, я чур на верхней. Дима, водынце. Витя, ты куда третий лифт? Водынце. Да я так же могу просто лечь. Осуждаю, что тут вы делаете? Витя стадион на 8 лет, я там не участвую. А, бессмысленно, Дим, кровать отжал. Ляки, нормально. Нафиг вы кровать ломаете? Нормально вы устроили. Что у вас здесь происходит? Все, я лег. Шестеро. Все, нормально. Оу. Вот так сесть идешь, а потом спотыкаешься вот так вот. Во-во-во, там нужно моя кровать. Да, все, прошлую ночь не надо. Не, надо будет украсить, кстати. Чё? Антончик, готовься. Готовься, Антон, пиздаем. Ты чё, дебил? Мы ещё дом не успели построить. Я могу другим вообще воспользоваться, если чё. Давай. Не надо. Взорвай всё! Да ты дебил, мы ещё не построили. Мы так видос за 100 лет не запишем. Нормально. Да чё, нормально, в конце. Ну а следующее, что мы сделали, это сходили в ад, чтобы посмотреть, что там нового. И нового там много, очень много. Там мы провели кучу времени, но я покажу вам самое смешное и самое хардкорное, что там вообще было. Я чё, умру, помогите. Я горю! Долго ты, а где твои вещи? В лаве, блядь. Какой? А, в смысле в лаве? Ты же отрище сдох. Ты... Так он меня в лаву скинул. А, подожди. Он в аду тебя скинул?
А это что за шпаймо? Э, Витя, Витя! А как их достать? Они не сгорают? Нет, нет, нет. Нет. А где они? Там, а! Не вон прям в уголку, видишь? Меня бьет что-то. А, вот эти херни. Тут умру, у меня одно сердце, ребят. Муховое покрытие, ломается. Где он, где он? Светлячки. У меня одно сердце. Да где ты? Где чудо? Здесь. Меня бьют. Ты придурок, ты убил. Я знаю. Сзади, 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 сзади. Кто? Сверху. А, это что? Витя? Это кто? Стой, она мирная. Она мирная, она мирная. Водородная медуза. Это водород, а это нормальный пацанчик. Надеюсь, она нас не убьет. Ну, сейчас проверим. Догофи, пойдем, шо? Пойдем. Да я умру, у меня два сердца. Давайте его убьем еще раз. Меня спрашивать не надо. Да все, давай, 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 пойдем. Он опять сдох. Капец, тут, конечно, ад вообще красивый, очень красивый. Ну. А, меня иссушает что-то! Я бешен! Где? Меня кто-то иссушает. А, вон он! Скелет, иссушитель, иссушитель! Он плюет в меня! Я живой. Я хилим, все живем, ребят. Валим, 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 валим! Сюда, за мной, за мной, за мной! На мужика! Куда он? Подморозится, я могу вас подморозить, мужики! Так. О! Ой, давай, давай, на гейзер, на гейзер. Ай-яй-яй, горим, горим, нормально, нормально, жопу можно отсудить. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй, убили. Вы где? Давай за мной. За мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Я ушел. Раз, два, три. А, я все ресурсы взорвал. Они друг друга убивают, слышь, их тут очень много. Я идиот! Витя, ты жив? Витя, ты жив? Да он сдох. Витя, Догофи-то сдох. Так я знаю. А я живой. Что? Да убейте его уже. Хорошо. Нормально, нормально, хилимся, живем. У меня кровотечение, тихо. Быстро забираем и валим отсюда. У меня инвентарь пустой. Блядь. Это GGB. Вот тут какой-то ты. Так, шлем я нашел. Вить, вон там этот. Вот этот. А, вот он. Это жестко. Это ой, очень жестко, ребята. Так я слева глаз, глаз, глаз. Где? О! А, ну блин, у нас, кстати, такой есть уже, это фигово. Проклятие утраты. Алмазные. Берите себе алмазные на проклятие утраты. Кому надо. Просто. Я жить, жив. Жить, жить, жить. Смотри, там сколько свинозомби купается просто. Фух. Вот тут вот еще сундучок есть. Черный глаз, я ниггера глаз нашел. Да блин, почему тут все на проклятие утраты? Почему? Почему так? Потому что... После чего мы кое-как нашли портал и вернулись в наш родной мир, на нашу родную землю. И кстати, пока мы там блуждали в аду, наши друзья уже построили офигительный дом и сделали по нему нам экскурсию. Ой-ой-ой. О, кстати, дома вышел. Ну-ка, где он? Оп. Эй-йоу. Как делишки? Где? О, нормально. Так мы там, где нам надо. Витька только потеряли. Все, молодой откис. Нифига себе, кстати, нормально. Они тут построили. Работает. Работает теперь. Здорово. Как у вас ваше ничего? У нас минус один строитель. Да, там Ричи тоже в ад, видимо, решил отправиться. Давай, Вить, Дима, тогда экскурсию проведи. Чё тут вы сделали? Ну, помнишь, вы тут спальню делали? Вот мы чуть-чуть ее отредактировали. Вот чуть-чуть. А, я вижу его сундуки. Ой-ой-ой. Ну, кстати... Сундуки, да, кстати, принесли наверх. Вон там. Надо бы крышу сделать нормально. Нет, типа, это будет как одна большая веранда, а там еще есть отдельный... А, там есть это наверх даже можно забраться. Вот. Ля, нифига себе. В японском стиле, кстати. О, неплохо. Блин, кстати, ну неплохо, неплохо. Мы там, короче, добыли очень много всего.
О, бэкпак, блин, вот это вот мне надо. Вот это мне надо 100%. Это мне не надо. А где с глазами сундук? А, вот он. Да. Мы, короче, принесли еще одно. У нас два адских и черный глаз есть. Древние обломки есть. Незеритовый слиток. А, да? Да ладно, я шучу. Я не знаю, что это за подарок, ну-ка попробуй открыть. А где? А, я не достоин подарка. Пошли, пошли, пошли за мной. Пошлите за мной, ребята. Сейчас. Падите, let's go. Давай вниз, вот вниз, стройтесь. Где вещи? Внизу стройтесь. Ну, куда? Где мои вещи? Стой. Иди сюда, мах, иди сюда. Сейчас. Киса. Я тебя сейчас быстро оттуда спущу. Ну? Мы это проектировали с Микки вдвоем. Это только наша забота и наша заслуга. Открывайте дверь, заходите, смотрите. Ох ты ж, нифига себе. Лё, так. Садик. О, тут енотов. Лё. Ну, скоро их не будет. Мы их из ямы вытащили там. В смысле, это мои еноты? Ой, блин, кто меня ударит? Скоро пропадут. А, вы тут все алмазных вещей понаделали, а нам алмазы. Кстати, пацаны, нам же надо броню чинить, а то мы как-то все это, да, сломанные наши. Дай мне свою броню, у меня она как раз покопится. Дай мне свою броню, я починю свои, хотя бы, ты новую себе сделаешь. Да, у нас железа много. Ну, теперь его точно потрогал. А как назаритовый меч сделать? Ну, теперь, да, я его точно потрогал. Опа-на, первый назаритовый меч есть, имба. Не, стой, а вот ну, здесь вот можно. Ты уже в сауне сидишь. Вот так можно. О, работай. О, вот так кайфово. 18+, 18+, вот, мужики. Вот так вот. Стой, там чисто киберкод стоит. Закрой, девочкам нельзя. Тут чисто онли, мужики жесткие. Пацаны, у меня есть это, кстати, шампунь. Называется Джумасма. От всех прыщей там и всего поможет. От перхоти, Джумасма жесткая. Ай. Ну я могу сейчас джумайсом бы тебя намазать речи, если хочешь так. Ну а ты в курсе, то что ты потом и сюда не зайдешь больше. А я похаваю. Не, не нужен будет. Смотрите, откуда я ее выпускаю, смотрите. Вы видите? Смотрите. Видите анимацию? А мне это больно, дурак. И ладно, мелко. Ну пару поддал, нормально. Нормально. Так, я, короче, самое ценное заберу на всякий случай. Потому что мало ли. Кстати, дом нам нужен в сохранности. Кстати, Витя, бэкпак. Все последующие дальнейшие дни у нас были для того, чтобы найти портал в край. И мы кое-как его смогли найти. Искали несколько часов и, наконец, смогли найти. Попутно убивая всяких разных боссов, находили кучу данжей и не только. Но сейчас вы это все и увидите. В пол смотри. А, щит. Есть. Да все. Немного. Убил! О! Голова по. Что она? Гаргон. Голова гаргона есть, смотрите, пацаны. О! Я бы такой парик хотел. Уже нету. Я его заморозить пытаюсь. А ему вообще плевать. Я его заморозил. КД у этой штуки. Капец, он быстрый. Я его на себя байчу, давайте, гасите. Тупой моб. А что она делает? Что она делает? Просто ослабляет врагов в радиусе. Неплохо. Когда в руке. За мной. Так, смотрите, сейчас где-то в этой стороне должен быть вот.
Во, это что? Тихо. Его сложно победить. Его сложно, сразу говорю. Ему надо в зад, в меч. В меч бить. Ему в меч надо бить. В зад ему надо. Да. Стой, что, попробуем? Так у меня меч есть. Так слышно, глаз есть. Бежим. Ой. Я не могу выбраться. Он, короче, по радиусу бьет. Он по радиусу бьет. Он тут забагался, он забагался. О! Лошок, сюда наверх, ко мне. Найс. Убил! Найс. Обоссыш. Микки убил. Соло, что-то какие-то слабые. Кто забрал? Крыса. Моё! Отдай мой топор. Я забрал шлем. А, у меня топор, я нормально. Так ты чё вы делаешь? Я дарю вообще-то вещи, вот. На, я тебе дарю, Ричи, вот это. Это замораживает людей. Хули тубить портовы. О, да, я попробую. На. Не на себе. Слушайте, мы же сейчас в Эндер, и у нас все глаза есть. Значит, мы чё? Мы проходим Майнкрафт, и сборка завершена. И это, кстати, уже какой день? Это уж, наверное, сотка. Ну, там посмотрим по монтажу. Это уже 500 лет, блин. Гоу, идите сюда, за мной. Ищем портал. Объясняю всю суть, что сейчас происходило. Мы одолели очень сложного босса, мы все вместе одолели его где-то примерно за минут 20 точно, потому что он забагался, его невозможно было просто убивать. А также рассказываю, как мы смогли собрать все глаза. Попутно, пока они строили базу, они еще насобирали кучу различных глаз в различных данжах. А также мы еще различные глаза нашли, и сейчас последние два глаза мы смогли найти, пока убивали этого босса в этой башне в край. А также, пока мы ищем этот портал, мы кучу различного лута нашли и просто офигели от этой новой башни, потому что здесь столько различных путей, и чтобы найти этот просто портал, нам пришлось очень сильно попотеть. Вы увидите, где он вообще находился. Срочно. Ой-ой-ой. Отойди. А им пофиг на это. О, пацаны. Чё? Пацаны. Проход. Реально? О, серьезно. Куда проход? Ползём. Ты как это нашёл? Ползём. О! Недопонятый гений. Тихо. Мы под чем-то. Тихо. Что? О, чё это такое? Ломайте, спавнер. Что? О, портал. Наконец-то мы нашли! Лаву закрывайте лаву. Вот так вот, на сотый финальный день наши главные герои вшестером смогли добраться до портала Вент. Им остается всего лишь ничего, всего лишь открыть его и одолеть Эндер Дракона. Сразу говорю, это было очень нелегко. Ну что, друзья, все готовы? Все готовы. Я готов! Первый будет вот этот глаз. Второй вот этот. Проползи, ё-моё. Вот так. Радуга. Вот так. Где интересные глаза? О, вот интересные. Так. О, еще. Вот так. Я думаю, обратно сходить там. Вот так. Смотри, что вообще есть. Вот так. Там вроде уже ничего нет. Вот так. Ну что, друзья, вы готовы? Запускаю портал. Первый пошел. Второй пошел. И я пошел. Ух, пипец. О, не толкайтесь. Сразу. А я все блоки выкинул. Быстро строимся. У меня есть немного. Так, я понял. Ричи минус. Куда ты? Ребята! Ями подставляет. Ребята! А я вообще ничего не вижу. Криперы! У меня еще нету этого! Это первые эндермены, которых мы видим, между прочим. Живем. Что происходит? Стараемся жить. Нам нужно одолеть эндер дракона. Это кто? Нам ГГ. Нам просто ГГ. Спустя кучу смертей, наконец, смогли сломать все кристаллы. И, кстати, придумали гениальнейший план, как одолеть же Эндер Дракона. И это оказалось очень легко.
смотреть. Чтобы отогнать его, чтобы он не кидался. Нет, до кофе, до кофе, до кофе. Сейчас отправляйся домой и принеси мне кучу пороха. И все будет имба. Ясно. Так, магазин. От него рикошетит. Я его не могу ударить. Я его просто не могу. Да, да, да. Порох. Вот это не откуда у тебя столько его? Уйдите, разойдитесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Я вам помог, зато... Давай-давай-давай-давай-давай. Еще. Блядь. Я упал. Найс! Я взорвал его кроватью. Ты кроватью взорвал? Я взорвал его кроватью. Хорош. Красава. Хорош. А где он? Ой, я Майнкрафт прошел, пацаны. В эту новогоднюю ночь... Шестеро бойцов смогли пройти Майнкрафт и выполнить попутно несколько квестов. Хардкорные новогодние сборки, новогодние испытания. Было очень нелегко, но было очень весело. Мы справились со всеми трудностями. Давайте же вместе вспомним, что мы за все это время сделали. Первое, мы построили шикарный дом. Кстати, вашу оценочку я жду в комментариях, так что давайте пишите. Второе, убили кучу разных боссов. Третье, нашли и выбили все 12 новых глаз Эндера и отправились в край. И наконец, четвертое, убили Эндер дракона и прошли Майнкрафт. И на все это мы потратили даже больше 100 дней, но это уже не суть. Самое главное, что мы провели хорошо время, и, друзья, это еще не все. Вас, конечно же, ждет счастливый и удивительный финал. Советую его посмотреть. После того, когда мы вернулись домой, мы решили обсудить одну важную тему. Тему насчет подарков. И узнали немного удивительную информацию. Ну что, друзья? Мы убили с вами Эндер Дракона, мы убили с вами кучу боссов, построили этот замечательный дом, который уже поломанный. И, в принципе, хорошо, думаю, провели время, но есть, к сожалению, одно но. Очень важное но. Подарков на Новый год у нас, видимо, не будет, потому что я не понял, как их вернуть. Видимо, нас обманули очень жестко. К сожалению. Да не, пацаны, что вам сказать? Что такое? Апчиби, это я. И я подарки ваши украл. Реально? Так что приношу глубочайшие извинения. И ваши подарки я сейчас отдам. Ну ты и Гринч. Витёк, это все-таки ты стырил? Это все-таки я. По одному подходите ко мне. Ученик я назову. Теперь это будет Рич. Ой, давай, Рич. От тебя. Я дарю тебе прекрасный подарок. Шикарный просто. Наилучший просто. На тебе кирку. Теперь иди работай. Раз следующий так... это будет Микей. А тебе мой самый лучший подарок. Мне подарок. На тебе дерево. О, нормально. Иди свой. Слышь, кое-кто прекратил уничтожить лес немедленно. А сейчас я вызываю первого подписчика Ями Гу. Это Дугофи. Иди сюда. Да-да-да, Агари Гаджу. Честь Нового года. То, что я украл вас подарочки, я даю тебе самый лучший подарок. Лови косточку. Но это еще не все. Время анекдотов. В семье скелетов родился сын. Назвали Костян. А второй подписчик, если бы точнее, то подписчица канала Ямику, это, естественно, кот. Это буду я. Ты уже был. Иди работай. Честь Нового года и то, что я украл подарочки. Лови книгу. Иди читай. Вот тут есть кровать, иди читай. Здесь там манга. Я лучше бы работал. Там нормально, там я... Ой. Ladies and gentlemen. А теперь идет самый главный. Конечно же, я мяу. Иди сюда. Я? Иди сюда, я сказал. Вот и молодец. А для тебя. У меня очень балдежный подарок, что ты просто, ну, веришь, самый лучший.
тоже ты выберешь, право или лево. Выбирай лево, выбирай лево. У тебя в одной руке что-то. Ну, это не считается. Выбирай лево, лево бери. Я беру лево. Лево? Налево пойдешь, мужиком, мужика найдешь. Ну, в принципе, без разницы. Ну, я понял, потому что у тебя в одной руке тут глаз какой-то, и нафиг мне глаз. Был глаз, а салон архи. Чё ты сделал? А теперь он устраивает шоу. Бегите. Вкусно. Мужики, а чё он сделал? Не знаю. Смотрите на улицу! Тихо, обороняемся, обороняемся. Ай, меня что-то бьет. Ты что делаешь? Особенный подарок. Беги, беги. Идиот. Что он натворил? Витя, а что ты ржешь? Я живу. Сундуки хотя бы остались. А это от меня подарок, мужички, от меня подарок. Ну что, друзья, как вам эти 100 дней понравились, нет? Как отметили? Сейчас, подарочки такие себе. Сейчас уже до Нового года осталось вообще немного. Да, еще подарки такие себе были. Подарки вообще идеальные были, мне понравились. Эй, его жёг, кстати. Это можно отметить просто, да. А чё с нами этот человек сидит, который у нас и своровал подарок? Да, Витёк, он же объяснял, да. Витёк, ты же объяснял, почему ты это сделал. Да, я просто хочу собрать, чтобы был новый летсплей вместе. Мы просто его любим, в отличие от некоторых. Вот именно. Это очень грубо, но правда. Ну и пошли вы. Ты куда пошел? Ухожу я от вас. Сядьте на место, вы куда? Мы только собрались все, давайте по местам. У нас уже выпивка кончилась. Ты когда вообще настоящие подарки это делал, я так и не понял. Я не знаю, я пропил. Подписчикам должны дарить, ё-моё. А, мы же да и подарим на 10 тысяч, да, мы же обещали проходку в команду. И также вот вместе с нами в следующем уже году будут сидеть уже новые члены команды. Пока вот в такой вот компании. Ну, тут еще чужеземцы есть. Ну, я вообще пиццу хавал, не мешайте. А ты что, всю пиццу уже захавал? Я вообще офигел. Может, мы его выгоним? Стой, время. Новый год уже, встаем! Встаем, гимн! Новый год! Союз не... Да это не тот гимн, дурак! И то! Мы все празднуем за Новый год! Добрый день, уважаемые джуброни, мои любимые. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, а возможно уже наступившим, кто как смотрит. Хочу пожелать вам, чтобы в следующем году у вас все было прекрасно, сбылись все ваши мечты, было крепкое здоровье и крепкий эйнл. Как бы я не хворайте. С Новым годом вас. Джуброни. Всем привет. Поздравляю с Новым годом. Надеюсь, в этом году у вас все планы прошли удачно. А в будущем, я надеюсь, что вы не упустите ничего интересного и никаких возможностей. Желаю вам удачи с этим. С Новым годом. Ну что, желаю, чтобы в будущем году у вас все было замечательно, чтобы все, что вы задумали, все ваши цели сбыли, чтобы в следующем году у вас была классика. И черная полоса стала белой. За ваше здоровье и с наступающим Новым годом. Иди говной, иди работай. Дорогие мои, с Happy New Year. Я хочу поздравить вас с Новым годом, чтобы у вас все планы были выполнены. Чтобы вы не хворали, и все у вас было отлично. С Новым годом вас. Ну и конечно же, поздравления от меня. Эх, что же мне вам всем пожелать такого? Здоровья, может быть, удачи, терпения? Нет, это вам пожелают и другие родственники или друзья. А я вам хочу пожелать одно. Набраться сил и идти вперед к своей цели. А если вдруг даже у вас нету никакой цели, то желаю ее приобрести и найти. Также желаю вам, чтобы именно вы были источником своего счастья и пытались добиться всего сами, а не веря в какие-то сказки, что что-то придет своим чередом. Главное упорство, и все у вас всегда получится. С Новым годом вас, мои зрители.
И с Новым годом, мой канал! Надеюсь, и в следующем году вы будете по-прежнему смотреть меня и ждать мои ролики. А я также буду вас радовать все более лучшим и качественным контентом на моем канале. С Новым годом вас, друзья! С новым счастьем!